Здравствуйте, Андрей. Мы наконец до вас доехали, и сейчас мы находимся на Этномире. Расскажите нам, что нас ждет дальше? Добрый день. Я так долго ждал, я так долго ждал, когда вы приедете. Это я так встречаю детей. Ну что ж, мне очень приятно, что вы приехали, что мы наконец-то можем показать мотор, который таскает вот эти вот огромные, просто нереально огромные сани. Вы можете посмотреть вот это вот соотношение, вот этот маленький мотор мощностью всего лишь 3 киловатта, но 74 ньютона-метра. Он тащит эти сани. Я думаю, вы в этом убедились уже. Да, на самом деле это классно, потому что мы уже в нашем видео показывали, как они ездят, да, а теперь они еще, я смотрю, похорошели, стали классными. Я объясню, почему они похорошели. Это не просто так. Это не просто сделать шик. Все дело в том, что сани рассыпаются. То есть это сани, я вам говорю, реально от эксплуатации они просто приходят в полную негодность. Они приходят в хлам. Их приходится вывозить и привозить сюда другие сани. А в связи с чем? То есть вибрация, нагрузка? Очень высокие нагрузки, потому что люди подходят, допустим, семья, там, две семьи, и говорят, вот мы хотим все проехать. Ну, пожалуйста, упрашивают. Я понимаю, что мы шкребем по бетону, поэтому... подвеской, что у нас чуть ли не раз в неделю летят амортизаторы от такой эксплуатации. Но что очень приятно, почему я сейчас говорю, ребята, нет ничего лучше двигателей Дуинова, они вообще никак не реагируют. Они не греются. Вот у нас на тех станях стоял здесь спидометр, да, здесь мы еще не успели поставить. 38 градусов здесь было, а температура двигателя была 72. И он не греется. Вы понимаете, он вообще не греется. Он не ломается. Да, вот чувствую, холодный. С ним ничего не происходит. Вот, поэтому сани приходится менять. Вот новые сани зашли как две, наверное, недели или три. У них все, у них уже полетел левый амортизатор. Вот сегодня Сергей привез, завтра будем менять. Вот такая вот. А сколько максимальное количество людей в этой итерации саней вы смогли покатать? Я уже рассказывал как-то раз, был фестиваль в Тушино электротранспорта. Вот как раз проходили тогда выпускные дни в этом мире. И 10 дамочек просто вот напросились, сказали, вези как хочешь. Вот 10 человек, да. Было чуть больше, но они были худенькие. Это были танцоры из Уганды. Приезжал посол Уганды. Кстати, был интересный случай. Посол Уганды выпрашивал сани, говорил, мне просто слезы нужны в Африку эти сани. Он вот стоял, он оставил свою почту, он оставил свои координаты, телефон. Я ему пытался показать, что какой здесь мотор. Я ему говорил, вот, обрати внимание, какой мотор, ну что ты, сани? Он, вот нужны сани, и все. Интересный был случай. Да, вот тогда вот этих уганских танцоров, они худенькие все, там человек 15 у меня забралось. 15 человек? Да, и мы ехали, шкрябали, вот искры были от асфальта, вот, и они везли. То есть мотор настолько мощный, ребята, просто вот капец какой мощный. Может быть, пора задуматься о паровозе? Я не знаю, паровоз как бы это не новая вещь, паровозы есть везде, я в Испании там приезжаешь там куда-то, в Грецию, везде есть паровозики, правда они все бензиновые, возможно, сейчас же очень многие в свете того, что нужно заботиться об экологии, запрещают в прибрежных зонах использовать бензиновые двигатели. Возможно, я думаю, что соточка потянет 3-4 вагона. Знаете, как у Дмитрия Александровича, помните, он перемотал шахтный паровоз, да? Он там вместо, там, не знаю, 6... Там... Вместо 5, по-моему, 11 стало, если я не ошибаюсь. Да. Ну, я думаю, что паровозик с детьми, это можно там штук 5-6 вагонов цеплять к нему у нас. Легко. Легко, да. Легко, правда легко. Ну, на самом деле сейчас и в торговых центрах очень часто используются такие транспорты. То есть это развлекательная часть.
развлекательные части, где, в принципе, можно спокойно катать людей, и вы знаете, доставлять много удовольствия. Приятно, я же вот не сказал. Да, 90S, да, 100S, там, наверное, 112 еще будет. Это же разработка ASPP Technology Weihai. То есть это по лицензии ASPP Россия сделается в Китае уже. И вы знаете, вот в переписке с Виктором я, конечно, удивляюсь, с каким темпом, с какой скоростью Китай присваивает сейчас, не то что присваивает, а просит как можно быстрее внедрять технологию эту в Китае, потому что там начинает двигаться транспорт, который уже намертво был прикован к стоянке. То есть просто заменой двигателя оживают огромные проекты в Китае. То есть с установкой наших двигателей именно по технологии АСПП. Ну, это очень хорошо для нас, для держателей технологии, но я думаю, что и в России тоже, благодаря таким энтузиастам, как вы, наш транспорт, точнее транспорт с нашими двигателями, тоже получит второе дыхание и новую жизнь. Да, Александр, спасибо, я тоже так думаю, у нас в голове куча всего, не просто так мы приезжали на прошлой неделе Дмитрию Александровичу, как раз хотелось понять, куда нам двигаться. Да, скорее всего мы эту тему будем и дальше тянуть, поддерживать ее. Отлично, Андрей, вот мы приехали к вам в Этномир. Но вы обещали что-то еще интересное нам показать. Расскажите, что? Да, мы специально не стали завозить сегодня сюда квадроцикл. Объясню, почему. Здесь очень строгие ограничения по скорости. То есть, вы понимаете, с первой сани, когда сюда зашли, мы не поставили ограничения по скорости, и они летали тут так, что, ну, я два раза нарвался на штрафы. То есть, администрация не понимает, что я испытываю моторы. Для них главное, чтобы тут никто не пострадал. А скорость саней была настолько высокая, что здесь это смотрелось, ну, шокирующе. Вот. И чтобы показать всю мощь двигателя, мы не стали... В общем, мы поменяли настройки у квадроцикла, то есть сняли с него сейчас ограничения по мощности. И сейчас поедем здесь недалеко на специальную площадку, где можно будет, где поменьше народа, и там покажем, насколько интересен наш мотор DA90S на квадроцикле. Ну а пока мы перемещаемся, посмотрите вид сверху. По щучьему велению, по моему хотению, отправляйте сани по Этномиру сами, да? Интересуются моторами, сразу прокатившись на санях, просят сбросить ссылку на телефон, именно чтобы вступить в проект. То есть настолько люди довольны поездкой, что интересуются, что за мотор стоит в санях. И вот сразу просят, чтобы я сбросил ссылку в проект. Так что вот так вот, друзья, наши моторы здесь на расхват. Субтитры.
теперь мы переместились в место, которое называется Высокое, неподалеку от знаменитого города Боровск, который вы можете видеть за моей спиной, так же, как этот прекрасный храм. А также в этом замечательном городе когда-то начинал свою бурную деятельность сам Циолковский. И сейчас мы вам покажем не менее космические вещи, так что обязательно пристегните ремни и приятного просмотра. Всего того, что вы сейчас сделали с этой техникой, вы просто обязаны объясниться, что здесь происходит вообще. Да, я, наверное, начну с того, что огромное спасибо ребятам из проекта Дуйнова, что все-таки приехали к нам сюда, что посмотрели, оценили и, самое главное, отсняли для того, чтобы это все показать. Что мы с весны испытываем моторы, сделанные Виктором Аристовым по технологии совмещенных обмоток. Это DA90S, DA100S. Вот на данной технике стоит DA90S. И вы все сами видите, насколько эта техника хороша. И хороша она только за счет мотора. Тот, кто знаком с квадроциклами, он прекрасно понимает, что это недорогой, так скажем, средненький китаец. Но то, что он творит с этим мотором, это круто, здорово. Я думаю, что вот Виталик конструктор, да, и он сейчас об этом расскажет. Чем она отличается, эта техника? Да, ну, от бензинового, ну, мощнее стал, меньше ломается, это прям первое, потому что на бензиновом 2 часа покатаешься, неделю на ремонте стоит. Ну, китаец есть китаец. Этот без проблем ездит, только зарядка и все, катаемся, с детьми катаемся. Как бы ремонтов пока не было. Виталий, ничего. Про уток расскажи. Ездит тихо, не слышно, люди не пугаются, да, хотя пугаются, когда сзади подкрадываешься. Люди бегают табуном. Что это такое? Что это? Да, догоняют, спрашивают, тормозят постоянно. Всем интересно, конечно. Виталий, а вы именно тот человек, который собирал весь этот агрегат? Да. Все, ну, редуктор делал сам. Насколько сложно внедрить двигатель Дуйнова в такую технику? И может ли это сделать каждый желающий, кто приобретет себе комплект мотор-контроллер? Ну, если немножко рук приложить, то я думаю, что да. Отлично. Вот Виталий – это конструктор, который наши бредовые идеи осуществляет. Вот. А дизайн вот саней, допустим, это, конечно, вот этот вот человек. Вот сани – это его работа. Меня зовут Сергей. На сани нашу команду вдохновил древний изобретатель
Емеля, который известен по сказкам народным. Вот, и мы подумали, что Емеля смог поехать при помощи щуки, а почему мы не сможем при помощи мотора дуйного? И сани поехали без лошадей. Здорово. Ждите следующие наши разработки. Не менее бредовые и фантастические. Обязательно будем вас ждать. Вот и подошел к концу наш съемочный день. Я надеюсь, что это видео вам очень понравилось. И если это так, обязательно не забудьте нажать на колокольчик, поставить лайк, написать комментарий под этим видео и подписаться на наши социальные сети. На этом все. До новых встреч. Дальше будет еще интереснее.